В Минском Большом драматическом театре открыли выставку «Больница. Будни ОКБ-2» в фотографиях студентов. Будущие журналисты запечатлели ежедневную работу медиков. Уникальные снимки из больницы ребята подготовили для участия в национальном проекте здравоохранения. Работу студентов курировали опытные журналисты, фотографы и врачи. Я бы хотел здесь, наверное, обратиться ко всем тюменцам, горожанам. Вот когда вы лежите, когда вы молитесь на своего доктора, вот вы не забывайте это свое состояние. И когда вы выйдете, вы тоже оставайтесь ему благодарны. Вот это чувство благодарности, оно является источником этого проекта. Были в операционных, были в детской реанимации, были в приемных отделениях, как в детском, так и во взрослом. Всякого разного увидели. Конечно же, по-другому сейчас смотришь на профессию врача, больше ценишь ее. Выставка проходит в фойе Большого зала Тюменского драматического театра и продлится 2 недели.